Ребята, всем привет. Сегодня у нас суббота. Братан. Братан. Вот такая вот бандура здоровая. Вот туда мы сейчас наверх поднимемся. Есть. Чувак, последний раз. Как? Бип-бургер как? Ну что, ребята, куда идем? Извините, вы не подскажете, как пройти в библиотеку? Пешком? На здоровье. Спасибо. Короче, ребята, у нас тут такая беда произошла. Мы сейчас не снимали в этом кабаке. Всем привет! Сегодня у нас очередной день. Суббота. Суббота, вторая часть. Ребята, всем привет! Сегодня у нас суббота. И мы решили снять очередной ролик. Суббота 2. Суббота 2. Обычная суббота в Перми 2. К сожалению, погода у нас сегодня сраная. На букву Г. Едем такси в город с Гаевы. Если кто знает, что такое Гаева. Погода отстой. Дождь сильный, кстати. Сегодня у нас в планах посещение Black Star Burger. Придет Саня, которого вы помните по ФБ. Покажем, что интересного есть в Перми. Ребят, короче, здорово еще, кстати, я с вами еще так и не поздоровался. Короче, вон, купили мне чехольчик, а то уже это, у меня весь сраный теперь, за 250 рублей. Apple Watch. Yeah. У меня вон жопа вообще полная. Ну что это, покажи. Ужас. Херня. Ужас. Это у меня раньше был кожаный, просто кожу всю содрал нахуй. Да не настоящий кожа была. Ну, да, дермантин какой-то. Дермантин. Все, выкидывай. Новый чехольчик. Хоть не зря съездил в город. Правда, сейчас уже этот, десятка S-ка уже вышла. У меня еще 5S, ребята. Ну ладно. Как тебе погода? Успокоилась маленько, да? Ну да, хоть дождя нету. Вот, кстати, ребята, у нас не показывали еще? Не показывали. Как они называются? Трус, балбес, бывалый. Че, мой? Кавказка, пленница. Ниткой, дай. Это, кстати, из кавказской пленницы машинка. Да, я помню. Инвалидка у них другая была. Помню, да. Братан. Брателла. А я кто? Я бывалый? Ты вот этот, это я, а это Саня Пучков. Саня Пучков. Денежку, покажи, денежку ныкает. Саня Клочков ныкает? Саня, да, ныкает. А что скажешь про кристалл? Ну да, вот. Кинотеатр прикольный. IMAX, кстати. Да. IMAX. Самый большой кинотеатр в Перми. Ну да. Всеволожский проспект, ребят. Центральная улица. Фактически в центре находимся. Города. Это самый прикольный магазин спортивный. Здесь вообще все есть. Спорт. Когда я помню еще эти самые футболочки, эти джерси всякие разных клубов, там Миланы, там Интер, я все здесь покупал. Когда еще это была редкость большая. А вы знаете, Рома у нас занялся спортом? Спортом. Таблеточки. Шварц. Ребят, Герман. Герман из Универа. За 20 кассетов Германа. Ну еще Герман много. О, Герман. Шашечный отдел. Что я всегда хотел, это лук и стрелы. Купи. Сколько стоит? Дорого стоит, наверное. Сколько? Не знаю. 2400, 2500. Нормально. Что? Я тебе подарю на день рождения. Или арбалет. Вот арбалет вообще тема. Арбалет тема. Кубки. Кубки можно купить. У нас, наверное, здесь медали-то заказывать. Наверное. Можно себе медаль какую-то за отвагу заказать. За взятие Берлина, блин. А вот одел все для ФП. Вот, лежачки. Ребят, для палаточника. Для палаточника. Все есть. Рюкзачки. Все есть.
А самое главное, вот, биотуалет можно в палатку взять. Пользуйся. Навалил потом. Да, прикольно. Отдел ФП, назовем это. Отдел ФП. Ну что, давай это, куда-то надо сходить похавать. Саня 8 часов нас встретит, сказал. Что тут рядом есть? Хуторок. Похавать хуторок. Один там или что, или где-то там? Там дальше, там. А там еще есть, да? Где-то? Да. Ну пошли туда. Тут ближе. Что это у нас? Вагнер, академик. Это хирург, по-моему, да? Хирург. Михалыч любит памятники, ребят. Грузит вас сюда памятниками всякими там. Церквушка он впереди. А вы потом перематываете все это дело, да? Церквушка. Часовня, наверное. Часовня, да. Что-то закрыто почему-то. Даже расписание слушок нету. Так-то прохладненько сегодня, да? Ну да. 8 градусов. Что, по борщицу? По борщицу, но согреться на горяченького. Хуторок. Украинская кухня, если кто не знает. Надеюсь, места есть. Кстати, тут выходные мест может не быть. А нет, есть. Здрасте. Ну что, все, ребят, борщицу принесли. Традиционно. Борщ ТВ. Рубрика «Борщ ТВ». Мы же хотели отдельный канал завести, «Борщ ТВ» называется. Давай пробуй, борщец. Тут хороший борщ. Сальцы можно пробовать. Принесли. Бесплатно. Бонус. Сальцы вкусно, кстати, у них. С чесночком. Ну-кась, давай. Это не в погоне. Москва, Владивосток. Хорош? Хорош. Сейчас и порция большая. Сейчас еще пельментии будет. Пельментии привезут. Что, ребят, пельментии? Пельментии пришли. Пельментии. Красота. В Хуторке, кстати, вкусные пельментии. Да. Вот точно. Вот. И бонус. 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 Горилка. Бонусик еще. Это каждая порция пельменей бонус. Мне нравится хуторок, тут как бы вкусно и нормально, питательно. Да. И еда неплохая. Больше вкусный. Да. Мы пришли в парк Горького. Это самый знаменитый парк в Перми. Самый большой. Парк аттракционов, все дела. Парк аттракционов, да. Тут все есть у нас. Тут выступают всякие звезды обычно. Да. Помню, я как-то ходил на группу демо. Солнышко в руках. А сейчас мы пойдем на колесо обозрения. Да, потому что мы сыкуны. Больше, на больше нас просто не хватит. Есть такие нормальные, как бы аттракционные, да. Серьезные. Вон типа вот этой ботвы, вот это вообще ботва страшная. Смотрите, ребят. Ботву любит. Смотрите, ребят. Это, короче, всякая фигня вот такая поднимается туда. И там. Соник, кстати, тоже эту ботву любит. Да? Молодец. Бесстрашный. У меня поджилки трясут. А мы не, мы не. Что, цены, да? Цены. Ну все, соточка за соточку, короче, где-то так все примерно. А где это колесо обозрения? Колесо обозрения? 150 рублей. 150, да. Будет. Сейчас поедем. 200. Поедем на колесе. Все, ребят, билетик купили. Поднимаемся. Вот такая вот бандура здоровая. Вот туда мы сейчас наверх поднимемся. Че, Михалыч, там в какую кабинку? Где потеплее? Потеплее. Это холодная кабинка. С подогревом? Это холодная? Сейчас запрыгиваем. Опаньки! Ладно, ребят, поехали. Ребята, сейчас будем играть в баскетбол. Смотрите, что у меня в кошельке есть. Бакс. Михалыч, бакс. Кто у нас? Клинтон? Клинтон.
Да это Вашингтон, я знаю. Вашингтон. Вашингтон. Вы знаете, обязательно в кошельке носить $1. Да, для чего? Чтобы деньги выделить. А лучше их зарабатывать. Три раза надо попасть? Да зачем ты отбиваешь-то? Да ты дурак. Да кидай быстрее, батарейка заканчивает. Ах, пошло. Опять мимо. Есть. Есть. Человек, последний раз остался. Приз выиграл, вон. Давай, приз. Блин, сильно. О, жвачечка. Молодец. Жвачечка. Ребят, Дима Михайлович все хвалится, говорит, я же забил два раза, ты, говорит, забил, не утерял этот самый навык. Навык такой. А я очень много, кстати, играл в школе и в университете. В университете, кстати, меньше, в школе больше. Но. Это сам, забивака. Мне просто рост обязывает много забивать, в баскетбол играть. Да. Я, мы уже тут километр где-то пешком идем, он все. Я же забил два раза, из пяти два раза забил. Если бы три раза забил, то Света бы игрушку получила большую, мягкую, вот такую. Вот такую, глаза вот такие вот игрушки. Ребята, у меня вообще такое ощущение, блин, офигительное. Black Star Burger, который в Москве был. Показать обстановочку. Обстановочку, количество народа, да? Да, ценник. А что ценники-то снимать? Мы так расскажем. Ух, народу. Да не, много. Цены, кстати, как в Москве. Да. Народу много, да? Красивенькое, как бы все новенькое. Да. В стиле, кстати, московского сделано, да? Ну да. О, даже колокольчики так же звенят. Да-да-да. Там эти выносят с этим. Да. Сверху. Ну. Две бургера. Ну мы потом зайдем, может, попозже. Бургер, короче, стоит 777 рублей, и тебе выносят его с выходом. С колокольчиками и с премьерком. Ну. Да. Короче, это, может, чуть попозже зайдем, а то сейчас пока, после сейчас пельменей. Сейчас пойдем как... Саня просто. Саня. А что за Саня? Вы увидите в конце ролика. Ребята, сейчас находимся на улице Пермская. Рома дорисовывает граффити. Рома дорисовывает граффити. Все, готово. Занимайте. Рома вот сегодня работу сдал. Из футурамы. Бойс, 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 бойс. Мы сейчас находимся на улице Пермской. Пешеходная улица. Типа Арбата. Показывали вам. Ну кто, не видел? Типа Арбата, да? Да. Только он очень засланный, ничтожный, чмошный. А вот, кстати, вот здесь вот, вот прям видите, вот здесь Света кидала букет на нашей свадьбе. Да. И его букет поймала... Кто? Настя поймала, да? Да. И вышла замуж на следующий год. Да? За нашего корешмана. Корешмана. Вы можете видеть его в ролик. Он был в ролик? Да, Юра такой. Был, да. День рождения Сани Клочкова, смотрите ролик. Детишки играются. Сейчас, ребята, я вас веду в заветное место. Если кто очень хороший у кого зрение, тот уже увидел. Увеличил. Вот. Покажи, ребята. Кабачок. А, вот. Ребята, ты на превьюшечку. Свой кабак. На превьюшечку. Это Ромин кабак. Пиши туда. Пару Гиннесса можно? Два Гиннесса? Да. Отдыхаем. Ждем Санечка. Санечка ждем. А Света, кстати, сегодня написала, что будет у вас романтическое свидание. На колесе обозрения покатались, в ресторан сходили.
Короче, ребята, у нас тут такая беда произошла. Мы сейчас не снимали в этом Рома кабаке. Да, Рома нальет. Прикольный кабак, в принципе. Мы еще не первый раз там. Смысл какой? Что-то GoPro, короче, перестало заряжаться. Берется новый GoPro. Да, мы, короче, заряжали. Вот сидели, мы хотели посидеть, позаряжать. Потом дальше что-то у нас батарея просто села. А запасную я забыл взять. Она не заряжает, и все. Мы уже там, да. От розетки, от ноутбука, все, что только не пробовали. Короче, специально зарядку купили, блин, все, нахер. Не заряжает. То ли есть такое предположение, что мы затупили, короче, и напрямую в розетку включили. Что-то я слышал, что это такого сгорел, нельзя делать. Контроль заряда, может быть. Да, контроль заряда, может быть, сгорел. Так что все, ребят, на этом... Может быть, закончится, а может и нет. На этом, скорее всего, все, пока. Мы хотели еще поснимать. Санечка не сняли. Сейчас снимем, пару минут, может. Так, короче, не знаю, ну все, на этом... Канал нет. Закрывается. Камеру у нас... Новую камеру не купим. Денег на новую камеру у нас нет. Так что... 30-ка нам. Все, ребят. Счастливо. Приятно было с вами пообщаться. Все, пока. Да он гонит. Да у меня денег нет на камеру. Ты купишь на Новый год? На Новый год. Так что роликов до Нового года нет. Видишь, Михалыч говорит, купит мне на Новый год. Но... На день рождения. Короче, до февраля не будет. Все, пока. Привет. Здорово. Привет. Ну, вы помните, да, Санта? Че, в барбершоп сходил? Да. Барбершоп сходил? Натушился. Муд называется. Натушился, настригся. А, че мы все поели? Да мы ничего не ели, мы тебя ждем, сидим. Батарейку принес? Да. Давай. Давай попробуем. У нас, короче, проблема такая, что не заряжается, короче, вообще. Походу мы тупанули, взяли, короче, купили USB-провод и эту розетку. Розетка напрямую включили, наверное, перегорела. Попробуй. Давай, где у тебя? Саня, как первое впечатление о Black Star Burger? Нормально, я взял бургер. VIP. Сейчас должны принести с фейерверком. Fire Show. Принеси с фейерверком. Не успели только снять. Здоровый, какая. Какие от полкилограмма черных? Полкилограмма. Точный, мощный. Как VIP-бургер, как VIP-бургер? Нормально. Весь разваливает. Ништяк, говорит. Даже массажное кресло есть. Wi-Fi. Саня, он коннектится тут. Да, мы, короче, все в видео, купили провод, нормально. Дело все было в проводе, на самом деле. Никаких проблем нету, все. Саня привез зарядочку, сейчас мы зарядимся. И дальше что-нибудь вам снимем. Интересно. Сейчас коннектимся. Трешует Саня. Трешует. Да нифига он не видит. Саня подключается? Нет, я просто, видишь, что будет? Устройство до хера. Даже какая-то киска есть. Киска. Может, киски подключимся? Там, наверное, вибратор с этим. С Wi-Fi. Вибратор с Wi-Fi. Ну, он горит, в принципе, огонек-то. Ну, это он как раз. А вот они пошли все. Не, это мои. А, это был Чаш 3. Давай что-нибудь там прикольно включить. Что она такая? Трешуем. Мы же должны понять, какие у них басистые басы. Да, басистые басы. Ну-ка. Офигеет. Да, она сейчас там на максимально включит. Даже если у тебя нормально. Че, ребят, решили маленько прокатиться по городу по ночному? Бибикает. Михалычик, в темноте не видно тебя нихера. А ты, кстати, снимал ролики про Пермь? Ты так ездишь по городам, а про Пермь даже мало не очень. Мало. Два ролика только надо всего. Было первым делом снять ролик про Пермь. Да снимать-то ничего в Пермь, по идее. Какой-то нечего. Почему нечего? Ролик-то нечего. Вот компрос, пожалуйста. Да мы тут ходили, да? Тут ходили, да. Это-то мы снимали, но основные такие, как дисциплины. Тынс? Воу. Так, да? Как в стриптиз-клубе. Сейчас тут на колесах. Шест там, багажники. Лежит, он ставится здесь.
красоты города Перми. 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 Кстати, вот у нас как бы город, он такой все равно какой-то темноватый, да, блин. В Москве едешь, мало, там да, иллюминация такая мало. Вообще. В Москве больше. Здесь он стримит, блин, вроде центр, да, блин. Такие темные углы есть вообще. Самое что ни на есть центр, да. Чуть-чуть отошел от улицы, да, и все. Пропало. Попал в темень. Ну что, ребята, куда идем? Извините, вы не подскажете, как пройти в библиотеку? Библиотека вон дальше. Вон библиотека. Народ сидит. Темно. Уютненько. Это мы, ребят, на Сибирской. На Сибирской. Здрасте. Можно втроем, да, есть столик? Нет, не бронировали. Столик есть? Здрасте. Есть столик свободный? Стойк. Чего? За барной стойк. Че, посидим, может? Кальянку. Ну да, кальянку. Диджей только соединяется будет играть, как обычно. Может, по коктейльчику поменять? Джину. Давай, джину, да. По джину коктейльчик есть. А можно какой-нибудь коктейльчик с джином? Да, придумаем что-нибудь. Придумайте, пожалуйста. Вкусненькое еще. Парочки коктейлей с джином. Саня, можешь книжку взять, почитать, пока мы коктейльчики пьем? Вот книжки. Вот, собрание сочинений Ленина. Какой коктейль нам делают? Я название забыл. Сингапурский слим. Джин, пару ликерчиков. Даже три. Розовенький. Сироп гренадина, сорган ананасика. Ой. Саня только весь в делах, он даже в библиотеке в делах. Мне что прославиться в библиотеке, но он все равно в делах. За рулем, в делах, все у него. Это что такое? Соль? Утро. Соль. Соль, перец по вкусу. Секундочку. На здоровье. Спасибо. Пробуем, ребят. Ребята, у вас что, видеоблог? Ну да, маленький. Маленько? Маленький, говорю. Маленький видеоблог. 3000 подписчиков всего. Ничего? Да, 8-кая штучка. С небольшим. Да 1000 даже сложно набрать. Даже 1000 сложно набрать. Как ты теперь сидел на нем? Путешествие в основном. Путешествие. Путешествие. Да. Саня, расскажи, когда мы вчера тебе звонили? 2:30 ночи. Зачем звонили? Бухие звонили. Да не, не бухие. Трезвые. Не спишь, да? Ну что там, потом какая-то заминка, я трубку положил, снова звонили. Да. А ты что не спишь-то? Не, мне нравится Лёха. Когда Михалыч пьяный, он по несколько раз спрашивает. Да, и тоже, да. А ты что звонил-то, кстати, вчера ночью? Что хотел, да? Обсудить концепцию. Концепцию сегодняшнего дня? Да, концепцию сегодняшнего вечера. Это коктейли «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Фильм, кто не знает. Посмотрите. Сингапур Слим. Смотрите фильм. Артур Томпсон. Ну что, ребят, короче, все, мы там нормально, все, коктейльчики попробовали, все хорошо в библиотеке, но решили сейчас еще нам, книжки, кстати, почитали, бармен местный посоветовал почитали. Еще куда-нибудь сходить. Книжки почитали, да, пару книжечек попробовали. Что, идем сейчас, как называется? Называется... Блин. Name. Там кто у нас, этот хозяин? Диджей Вайт. Вайт сказали. Диджей Вайт? Новый клуб. Открыл, да? Он там, короче, говорят, играет диджей еще живыми инструментами. Да, сейчас. Ну, сейчас заценим, ребят. Короче, мы пришли в новый клуб. Там название... Name. Да, да. Это диджей, уже говорил, в машине. Вайт. Диджей Вайт. В общем, мы первые, судя по всему, потому что надежда на вешалочку. Вешалочка. Никого нет пока еще? Мы сейчас поднимаемся вот по этой линии. Ладно, все, поднимаемся. Ну что, сели? Сели, поели.
сели. Алкотрип. Давайте, что заказываем? Да что, с текилой? С текилой? Ну давай попробуем. Так, ну что, ребят, что, как мы сидим? Зашли мы, да, в клуб Name, ну, такой... Ой, недавно name, плюс, да. Такой особенный, плюс, недавно, такой... особенность какая-то очень, у него есть. Очень такая кулуарная рисовочка своя. Для своих. Да, там такой пентик, да. Музычка. Нас фоновая. Снимать не стали даже, у нас что-то предупредили, что там, типа, у нас не принято снимать, ребята. Да. Мало ли кто-нибудь там. Мало ли кто там с полицией. Именитый дядечка какой-нибудь. За палец. Какой-нибудь неименитый тетя. Да, поэтому мы что-то как-то, ну, да, в принципе, там темно, как-то особо много не снимаешь. Также коктейльчики там по 350 заказали, я мохито выпил. Михалыч, а сейчас ребята отправляются в М5. М5! Король и шут приезжает 21 король ноября. Король и шут, ты смотришь. Блин, я говорю, тут вообще это такие не форматы, и вообще абсолютно иногда бывает. Да. Хлеб. Идем на хлеб. Приезжает. Мы идем на 15 декабря хлеб. Ты шашлындос. Ты идешь? Кто не знает песню «Шашлындос», наберите в Ютубе. Шашлындос. А это, а Саня, Эба, Саня, Эба. Эба, давай, Саня, давай.